Девчонки, всем привет! Сегодня решила вот, в общем, тут как бы снять для вас быстрое такое короткое видео. Мое мнение и обзор на два лака. Это лаки такие от Essie, который называется Fiji, и Куччо, который я вам показывала, кстати, на этом же месте, Texas Rose. Вот, мое мнение об этих двух лаках, их сравнение, такое, в общем, недолгое видео. Покажу вам сейчас на ромашке, как они выглядят на ногтях, но, честно говоря, вы можете увидеть небольшую разницу в оттенках, и это, это обманчиво за счет того, что у меня плохая ромашка. В общем, вот. Вот этот лак, это Essie, это Куччо. Собственно, что я хотела вам об этом сказать. Я уже говорила, что лак от Essence, не могу понять, я вообще в кадре, нет? Что лак от... Иди сюда, Барю, иди сюда, садись со мной, будешь со мной рассказывать. Что лак от Essie мне не понравился. Точнее, единственный у него плюс, это его цвет. Цвет действительно очень красивый, такой молочно-розовый оттенок. Такой ложится, как замазка, наверное, да, по-моему, это так называется. Но в целом он мне не понравился, потому что именно за счет этого эффекта замазки он полосит, он ужасно ложится, его нужно наносить, не знаю, в миллиард слоев для того, чтобы он выглядел хоть как-то прилично, и то издалека. Как только вы смотрите ногти вот так, вы видите, в общем, все недостатки этого лака. Но так случилось, что, как я уже рассказывала, в коробочке Top Box мне пришел лак от Куччо в оттенке Texas Rose, и этот лак меня покорил. Он имеет, в общем-то, почти практически, не знаю, как видно у вас на камере, но у меня, ну, в общем, практически идентичный. Чуть-чуть Essie более молочный, да, то есть это чуть-чуть более розовый оттенок. Он чуть-чуть более прозрачный, как бы ложится. На самом деле, я думаю... Борчка, тихо-тихо, ку-ку-ку-ку. Но я думаю, что если вы нанесете его... Борчка, садись, тихо, видишь, мама видео снимает. Это очень важный процесс, да. Если вы нанесете его в 4 слоя, как я наношу Essie, вы добьетесь такого же эффекта. Вот, в принципе, это единственный его минус, других я не вижу. Поэтому что, хочу вам посоветовать попробовать Куччо. Вообще он ложится легче, у него, кстати, лучше кисточка. У Essie ужасная, отвратная, тоненькая кисточка, здесь кисточка потолще. Она, по-моему, не плоская такая, хотя нет, она, смотрите, плоская, да. Вот, в общем, кисточка здесь гораздо лучше, грамм здесь, по-моему, гораздо больше. Сколько у Essie грамм? Никто нам не скажет, неизвестно, но мне кажется, что здесь больше грамм, хотя, может быть, и нет. Вот, поэтому я за этот лак, я вперед видео вставлю вам картинку из Инстаграма, как они выглядят на моих ногтях, и этот лак, и этот. Посмотрите, сравните, поэтому, девчонки, кто не может достать Essie, но у кого есть вот Куччо, оттенки лаков я ставлю внизу под видео название. Слушайте, даже присмотритесь к этому, я думаю, вам больше понравится. А если вы такие же, как и я, вам не понравился Essie Fiji, то, пожалуйста, за таким же оттенком, но более качественным лаком, я думаю, что это будет Куччо. Вот, таково было мое мнение на эти два лака. Борь, давай мы с тобой прощаемся. Скажи всем пока-пока. Вот. Пока-пока. Вот. И Боря сейчас пойдет, в общем, я так чувствую, тестить эти лаки, да, Борю? Разобьешь что-нибудь мамке, да? Тихо! Вот, ну давайте, девчонки, если вдруг кто-то из вас что-то пробовал из этих лаков, напишите мне внизу, мне будет очень интересно послушать ваше мнение. Вот, ну давайте, всем пока и приятных выходных!